Добрый вечер. Ялта, 2 августа. Петра нет на месте, время 8 час. Шансон, я имею в виду, не пришел. Дим, день сегодня, всех с праздником. Thank you.
коптит, как вообще караул. На теплоходе работает барыш, курсовод, фотограф. Билеты и подробная информация у места объявления.
Thank you.
И разъехались. Те, кто вышел, остались на линолеуме, повернулись ко мне лицом, под ручью построились. Ура! Медицинскую страховку. Так как вы поняли. Поэтому я задам вопрос, от которого... А вы помните, когда вы совмещали, короче? Детские касса номер один.
выхода с моря в сопровождении зажигательной музыки и приза Черного моря. Прогулка занимает всего полчаса. Билеты на причале возле катера. Проходим, не стесняемся, выходим, улыбаемся. Скоростной катер «Казантип». Люди с Бугульмы приехали, они в прошлом году мы с ними виделись. Это я тот самый, который не может подписаться, да? Да, что? Который не может подписаться. Жена говорит, подписан, а муж не может. Потому что он инженер, он работает круглые сутки. А еще у меня очки есть для чтения, для автомобиля и для всего. И поэтому мне вот в телефоне плохо смотреть. У меня дома вот такой телевизор. И вот я там Олега смотрю и всю Ялту. Каждый день вот смотрю. Я дзен смотрю. Артисты. Практически программу времени не смотрю, только Ялту дзен. А вы как в дзене это под, обозначили? Ирина Ше. Ирина Ше. Ше, да. А вы сегодня выкладывали Барбоса, вот если увидите, я там Барбоса, пару да? слов написал и про Барбоса, да. Ирина Ше. Всем рекомендую ездить в Ялту, ничего не бояться. Делайте, как я. Сегодня, тем более, вот день ВДВ. Никто, кроме нас и вас. Спасибо. Счастливо отдохнуть вам. Подписчик встретил с Калуги. Мы с ними тоже виделись в прошлом году. А вы когда приехали? Сегодня? Нет, мы уже 10 дней гуляли. 10 дней? Да, завтра уезжаем уже, все. Нагуляли. Неохота уезжать? Нет, вообще не хочется. Желания нет покидать Ялту. Погода шикарная. Купаемся, загораем, отдыхаем. Тут вообще классно. Была бы возможность остаться, еще бы остались, но надо ехать. Ну ладненько, счастливо доехать вам. Спасибо, вам тоже побольше съемок хороших. Побольше подписчиков. Я-то снимаю, а подписчиков-то нету. Прироста. Молодежь, молодцы. Ну все, давайте, счастливо. Счастливо. Сигарет, значит, все не так уж плохо насилу. Луны нету, луны нету. Пришел луну снимать, а ее нету. Что, споем? Вот и стемнело незаметно. Но людей прибавилось в два раза больше. Можно было еще погулять. Дочка с работы придет. Рыжик дома, надо в магазин сходить еще.
подсветка у лавочках. В лавочках, у лавочках. Всем спокойной ночи. Подписывайтесь на канал Ялта на Дзен. YouTube переходим на Дзен.